Не, ну все-таки рок, да, это вот если мы говорим про российский рок социальный, это все-таки больше не про музыку, да, а вот про тексты, там, всякие эти, ну, вот того посылы. Времени, того там. Времени, да. Но для меня сейчас уже рок как-то это была социальная совершенно верно музыка. На сегодняшний день рок уже потерял свою актуальность в этом плане. Ну, он занял свою нишу просто. Да, это рэп. Конечно, рэп это сегодня социальная музыка, причем очень отличная и очень также рьяная, отвечающая там за мнение молодежи. А вот а рок это да, это такая уже, это просто это гитарная стилистика, я буду так говорить. Вот с рэпом меня что поразило, мне казалось, что это вообще не музыка, а вот беседовал я с Макаревичем Андреем, он мне сказал, что там есть какая-то вот полифония, какие-то вот вещи, которые да. просто именно со стороны вот музыковедческой можно рассматривать. А ведь мне казалось, что это просто начитка каких-то вот достаточно примитивных вершин. Вот фишка в том, что они, мягко говоря, не примитивные. Да, более того, там потрясающий язык, и самый кайф, что это действительно отражение там той или иной там, культуры, я имею в виду тех городов. В каждом городе есть, как, например, там в Нью-Йорке там есть между районами, да, одни районы считают так, другие так, также у нас здесь. Для меня, например, безусловно, группа Каста является таким основоположником и, в принципе, таким ярким представителем российской рэп-культуры. Вот именно как они читают, как-то так это все очень шкрябает прям по сердцу, душевно, вот эти рваные тексты, но они очень глубокие. Вот. Ладно, я пересмотрю свой взгляд на этот жанр. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».